Тем временем в Петропавловске финансовые полицейские выявили подпольное казино. Располагалось оно в одном из увеселительных заведений. Оперативники изъяли столы для карточных игр, карты, фишки и деньги свыше 350 тысяч тенге и 50 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме Финпола задержали предприимчивого программиста, который вместе с друзьями обманывал интернет-пользователей. Используя специальную программу и разработав тактику игры, они обыгрывали участников онлайн-покера. В полицию обратился житель, который проиграл мошенникам 1 миллион тенге. Они наперед знали, какие карты у их соперника, по какому алгоритму надо действовать, чтобы выиграть. Лица могли сами этого не знать, но, так сказать, стали жертвами мошенничества. Кто проиграл или считает, что стал жертвой данной группы мошенников, просим обратиться в органы финансовой полиции Северо-Кавказской области.